Всем привет, ребят. Ну, не получилось у меня сегодня вам там позаснимать много видосиков. Дела есть дела, от этого никуда не уйдешь, игра игрой. В общем, у нас сегодня прокачка Розалинды, которую я забрал на выходных, я ее еще не качал. Мы ее прокачаем на максимум, покажу, расскажу, что для нее хорошо. В общем, делайте чаек, возможно, где-то еще потестируем. Я ее буду прокачивать больше для PvP локаций, ну, конечно же, для фарма, но в основном на битву гильдий, для дефа. То есть герой очень интересный, если поставить Ажеву, его одушку, она вообще очень прикольно себя показывает. У меня такая в дефе стоит на английском сервере, и там 40-50% сливов именно из-за нее. Ну и, конечно, не только из-за нее, из-за других героев, тут и прокачки, точнее, там и прокачки круче, ну, это русский сервер. Как видите, печалька, не могу забрать яйца обычные, получается, вообще никакие не могу, потому что 999 в стике. Жизнь, боль, в общем. Так, окей, поехали. Поехали, откроем ее. Так, я ее, по-моему, не забрал. Сейчас мы ее заберем. Вот. Полторы практически. Так, одно место у меня еще с позапрошлой обновы, так оно и висит. Я никого не качал. Ресурсы вроде на русском сервере есть уже. Такс, поехали. Чем герой хорош? Ну, самое как бы основное, это то, что она автопрокер. Самое интересное, дамажит очень круто, наносит урон зонально, восстанавливает себя. Вот видите, получает на 70% меньше урона, ребят. Это первый скилл. Обладает иммунитетом к оглушению, страху и восстанавливает 30% от максимального здоровья. И наносит процентуальный урон. Это дополнительно обычный и процентуальный. В общем, ладно, поехали. Делаем из нее сразу мега имбу. Как обычно нас тут просят. Хотят нас подкупить, ребята. Так вот, такие плюшки дают, типа в надежде на то, что я еще что-то здесь возьму. Ну, чисто такие герои, я уже говорил, я этот аккаунт не прокачиваю, так как английский сервер, мне он не интересен стал после того, как я начал там играть, потому что там намного больше можно для вас делать контента и возможности. На русском это чисто трэш, оно того не стоит. Так, поехали, и талантик подберем. Приговор, стойкость. Ну, для нее, я же говорю, самый лучший вариант — это жива и рунами ремочку ставите, либо ремка и рунами любой талантик уже, который вам нужен. Вот у нас ремочка есть. Сейчас по ролям еще посмотрим, может, что-то интересное выпадет. Каменка, берс, самоуничтожение. Ну давай уже что-то интересное, просвещение. Ну оно не надо, я буду так качать. В общем, как обычно, на русском падает все, что хочешь, но не то, что надо. Можно поставить и священный огонь, тоже в принципе неплохо. Так, милость борца, что там у меня. У меня этих талантов вообще нет. Сейчас я подумаю, на кого поставить. На архидемона. Так. Тут у меня по архи делается. Ничего пока такого интересного для архи не вижу с героев. На вольтике прокачано. А, Арктика. Так, вариант Арктика. Кто там у меня еще с таких? Стрелок замедления. Где-то должен быть еще один стрелок. Да, второй стрелок есть. Так, а что у нас по фрейм?
Так, Фрая, у нас замедление. Вот видите, очень неудобно то, что герои в разброс. Так, Баст с этим талантом уже есть. Ну, ставим на Арктику. Выбор у нас небольшой. Так, поехали дальше. Опять огненка. Ну, что ты сделаешь? Так, бастион. Ну, мне тут таланты не нужны, в принципе, поэтому я, ребят, сливаю. Нам нужна жила. Смотрите, день огненной защиты сегодня будет у нас. Так, ложный. Все, конечно, хорошо. Бег, где топ-таланты? Где ожива, блин? Что это такое самоуничтожение? Бастион. Они просто издеваются над нами. Так, утикаха. Но это все не то. В принципе, можно и ремочный вариант поставить рунами оживу, но все-таки мне больше нравится, так как она автопрок, это ожива плюс воодушка. Даже изворотливость упала. Удивляет русский сервер. Каменка. Замедление, которое опять не актуально, половину просто тупо просрали девятых талантов. Для архидемона. Опять ремка, нифига себе. Русский сервер прям щедрый стал. Такое чувство, что, знаете, когда нужен талант, он просто не упадет. Типа, не надейся. Мы тебе дадим все, кроме него. Грубая сила, нифига себе. Бастион. Таланты, конечно, падают неплохие. Кроме этого говнеца. Кому эта каменка нужна? Кому нужен просвет, блин, на моем аккаунте? Я понимаю, что вы хотите, чтобы я качал героев, задроствовал 2 часа. Ну, я не буду этого делать. У меня есть книги. Просто офигеть, ребят. Ну, что тут сказать? Опять огненка, раскол. Да, это просто жесть. 60 коробок, и мы не можем словить обычную оживу. Шок. Просто тупо падает огненная защита. Самый универсальный талант. Да уж. Даже выживание упало. Ладно, давайте заменим. Может, так хоть нам ожива придет. Вот куча топовых талантов падает, но когда они нужны, они не падают. А когда вам нужна какая-то ожива, блин, наконец-то. Отлично, поехали. Делаем так, так. А так мы не сделаем, пока мы не возьмем 10 рун. Так, и вот так вот. Вот так вот. Так, качаем скилл. Надо посливать все это бархло отсюда. Только засоряет. А, уже максимальное вкачали. Быстро-быстро мы справились. Так, качаем. О, блин, надо было... Хотя, в принципе, мне на лазуле тоже нужна ожива. Надо будет еще одну оживу ловить. Уже на лазулю. Как хорошо, когда у тебя есть куча книг, ты не паришься. Хорошо, хоть сундуки добавили вместе с паками. Теперь нету проблем со значками почета. Тут, блин, была запара с запашками.
там 54 или 56 максимально. 56. Так, добавим немножко этих книг. Пользовать кэшки, отлично. Ну что, вот она у нас с эволюцией. Качаем ее дальше. И буду я заморачиваться. Честно скажу, лень фармить. Хотя надо, в принципе, нам просвет нужно все равно качать. Без просвета мы ни туда и ни сюда. Так, отлично. Нам и золото нужно. Ооо, ничего себе. Ну, вообще жир, ребят. Жирные паки они нам предлагают сегодня. Так, надо, наверное, минуса вытаскивать уже. Что-то мы без минуса уже бегаем давным-давно. Хотя, в принципе, зачем минус, если у вас есть ледяха, которая в большинстве случаев, конечно, бывает, не добегает, но в основном ее фармить очень-очень хорошо, особенно если у вас ремочный вариант. Выпускаете, главное, чтобы она выжила. Она зачастую просто не выживает. Как сейчас, например. Так, отлично. Let's go дальше. Поехали. Не хватает значков почета. Это ужасно, ребят. Это просто ужасно. Делаем размен книг. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вторая эволюция есть. Поехали дальше. Так, улучшаем просветики. Нам надо будет сейчас еще 12 сделать, сделать аугментацию. В общем, как видите, прокачка героя занимает, если у вас есть ресурсы, минут 10-15 на максималку. Ну, конечно, если у вас там есть запасы золота маны, то все намного быстрее будет. Значит, Лазуля меня вообще на русском сервере не радует. Ну, в общем, я тестировал водушку, покажу вам для чего, или показывал уже. Честно, не зашла на нем, все равно не спасает. Там кулдаун, поэтому для героев, у которых есть кулдаун, водушка это не то, ребят. Так, отлично. Так, просветик есть. Посмотрите, как жестко сливают. Ужасно просто. Фрей против Фрей, нет приема. Точнее, против смотрителя. Ну реально, смотритель, блин, выносит. Неважно, сколько у вас там у героев жизни, он процентуально выносит. Это просто жесть. Бывает, как напрешься, блин, на вроде, казалось бы, слабеньких героев, а нужная фракция стоит. И просто твоих сливают. Так, окей. Что там у нас?
побольше подфармим. Хорошо на высокой силе. Лазуля вообще очень отлично заходит. Единственное, я же говорю, вот это вот. Не нравится мне, как его смотрители с Фрейей вместе сливают. А так, в принципе, очень даже неплохо. Так. Рассветы. Судьба. Очень, кстати, удобно, что можно судьбу вот так вот качать. Они сделали правильно. Не надо бегать, искать. Сразу себе с менюшки. Только чик-чики. У тебя все готово. Вот так вот. Давайте сейчас сделаем аугментацию быстренько. Прокачаем снарягу верный клинок. Так, тут опять нужны книжечки. По чарам, ну, я доспех бы ей ставил и победный. Можно еще хранитель леса, это такое самое интересное, топовое. С того, что есть, что ей зайдет, так как она имеет неплохо так жизни. Доспех, мне кажется, даже очень неплохо на ней смотрится. Так, окей. Ну, тут, конечно, естественно, лучше всего собирать уклонение. Ну, это сейчас я буду его полчаса ролить. Как бы я не буду заморачиваться. Сейчас мы быстренько пятерки соберем. А там уже, походу, я переролю. Также можно ей жизнь собирать. Давайте, кстати, попробуем жизнь собрать. Так как она танк, если повезет на чарах, сейчас посмотрим, что там у нас на чарах будет еще. Смотрю, тут и жизнь собрать не так просто. Четверки. И ни то не падает, и ни то не падает. Так, еще одна жизнь. За уклонение, я так понял, здесь можно даже не мечтать. Так, можно и критика ставить, чтобы критануло лишний раз. А сейчас... Ой, отлично, жизнь еще одна. И сейчас таки по 2000 самов. И нам падает фигня полное уклонение четвертое. Спасибо. Именно то, чего я ожидал, ребят. Огонь вообще. Смотрите, как получилось. Так, поехали. Что-то придумаем по чарам. У меня 50 коробочек есть. Не помню, что там у меня на остальных героях делается. Ну, сейчас попробуем. Вроде пятерки. На некоторых надо только на архи попеределывать. Ой, это, по-моему, тыковки. У нас тыковка. Вообще. Без нормальной чары. Или это на английском? А, это на английском, по-моему, тут. Тут вроде все good. Да, тут. Тут все good. Так, ну давайте поставим. А вдруг нам больше ничего не выпадет толкового. Хотя, в принципе, и хранитель леса на ней очень круто смотрится. Но мы сейчас вытащим что-то интересное по-любому. Но это не точно. Так, ну давай, рандомчик. Не хотят, просто тупо не хотят. Дали бы уже пятого хранителя леса, я бы так ее оставил. Нет, надо дать четверку. Второй раз. О, видите? Админ панелька, ребят. Это все было админ панелька. Так, отлично. С этим мы разобрались. Поехали дальше. Надо нам ее вот так вот сделать.
И вот так вот максималочку. Все, осталось у нас прокачать просвет. И пойдем где-то ее посмотрим. Где-то. Ничего себе, Феникс еще играет. Не забил на этот мега имбовый сервер. Такс. Вот она, наша Розалинда. Отлично, сейчас еще один заходик. О, посмотрите, как пытаются они хоть что-то содрать. А мы все никак не поддаемся. Жесть, конечно, Фрея. Видали, как Лазуля убился? Вот так вот тоже бывает. И очень часто. Давайте вместо Бугича поставим уже ее. Так, у меня тут, по-моему, ремочка. Да, и не одна, я тут натаскал, скажем так, ремочек неплохо. У нас уровень просвета не подходит. Надо 96, если я не ошибаюсь. На девятку надо будет, скорее всего, сотый. Интересно, когда они введут девятку все-таки. Так, отлично. Хватает? Да, должно хватить. Вот так вот, ребятушки. Максимально она, поехали хоть где-то ее потестим. Посмотрим на эту имбу. Все, ребят, посмотрите, что она делает. Это просто жесть. Это еще у нас неукачанный 20-й этот прорыв. Но как по мне, вот ожива именно то. Она хоть и не сольет сейчас, конечно, Фрею, но зато, блин. А может и сольет, кто ее. Не, вряд ли она сольет их. Вот ради этого я, в принципе, ее качал. Она вынесла полбазы. Пока добежала. А это уже очень и очень круто. То же самое на ледяху надо будет оживу цеплять. И вперед. Так, тихо, ша. Сейчас на сурике сольется, скорее всего, тут фрей у нас. Ну вот даже так, там 15-20, с другой стороны еще один подбежит. С этой стороны огник может подбежать, если добежит, конечно. Там кого-то Анубиса кинули, Варжея, Фрейку. То есть варианты как бы прохождения, вот посмотрите, уже 93-94%. То есть все можно пройти, и всех можно пройти там питомцами или еще чем-то, 100%. Так вот. Вот так вот, ребят, такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете о ней. Хотите ли вы дальше здесь увидеть еще каких-то героев. Здесь их много, прокачки. Всем удачи, всем пока.